Приветствую, друзья, на канале Crash Out Lovers. Сегодня видео вместе с нами будет кататься Август. Привет всем выжившим на просторах пустошей. А многие подписчики просили создать какой-нибудь видосик по теме, как сделать крафт с эпическими деталями на 7400 очков мощи, чтобы можно было кататься за легендарными ресурсами. Ну и какие же у нас сегодня будут крафты? Сегодня у нас будет два крафта. Один на гусеничной ходовой, второй на колесной. Два эти крафта сделаны на базе максимально доступных деталей, которые есть и у каждого. Они получаются из дороги славы. Также все, что вам для этого нужно будет, это гусеницы, либо же колеса. Все крафты сделаны на основе Hot Rod, но вы можете поставить и любую другую кабину. Очки мощности от этого не изменятся. Ну и давайте теперь это все протестим в боях. Итак, мы уже в бою. Вот Август едет с нами рядышком. Ну, поехали. Да. У меня, кстати, стоят уравнители. У Августа стоят два адаптера и один уравнитель, насколько я вижу. Да, это отличный пример, то, что не обязательно использовать ту же комплектацию, что и стоит на крафте. Вы можете поставить любое другое оружие. Самое главное, чтобы вы использовали все 11 энергии. Это очень важно. Да, чтобы у вас там, грубо говоря, не оставалось просто лишние две энергии. Это надо все использовать. Так, я вижу одного челика. Давай, прям на одного накидываемся. А тут еще хамелеон ко мне ушел. На меня, наверное, накинется. Вот он, вот он, вот он с комбайном. Я атакую его. Я сбиваю ему колеса. Так, так, так. Я пытаюсь вернуться. И я ему четко по кабине стреляю. Блин, он мне все уравнилки сбрил. Так, ладно, я попробую запилить кого-нибудь. Ну да, вот, кстати, отлично то, что у тебя есть бурт, и даже несмотря на то, что... Теперь нету, он отлетел. Меня теперь запилить. Так, я даже взорваться не успел. Так, как у тебя там дела? Все замечательно, у меня 100% прочки, мне даже никто на это не обращает внимания. Тут-то к тебе, конечно, подфартило. Я катаюсь, меня там 10 человек пыталось завалить. Так. Это все тактика. Ну-ка. Давай там турельки с адаптера ставь. Ну, это победа, там один чувак остался. Чувак играет на канонирах, ну, обычно малыш, но... А, нет. Или да? В общем, какие-то пушки, но они ему не помогли. У нас победа, и... У Августа МВП, а у меня интересно, какое место. У меня вообще последнее место по команде. Вот это эффективный бой, конечно. В общем-то... Результативный. Да, в общем-то, ладно, поехали в следующий бой. Давайте вот во всяком случае, в мобильной версии. Да, в мобильной версии меня сливают вообще в легкую. Так, давайте на одного. Я, кстати, сейчас поменял немножко себе пушечки, поставил себе спектр и уравнитель. До этого у меня стояли все уравнители. А, ну, Август пока что ничего не менял, у него также стоит. Ух, нифига себе, на тебя тут накинулись сразу. Да. 10 человек, давайте, фигачим их. Давай, добиваем одного. Чуть турельки воткнули, смотрите-ка. Так. Так, я стараюсь максимально... аккуратно подъехать на базу, но самоуничтожаться, я думаю, пока что не будет. Стоит. Фига тут, конечно, всех. Щи в хамелеоне тут кто-то катается. В итоге, так и так, и так я отъехал от тебя. И меня уже снесли один спектр с пушки. Так, давайте фигачим. Во, мне кажется, сейчас будет неплохо взорваться. Я не знаю, кого там я подпустил, не подпустил. Тут зараза на верзилках катается, он меня сейчас завалит, походу. Или я его, не знаю. У него уже кабина горит, чисто... Ай, блин, тут другой еще чел на громах. Смотри, даже у него дробовик. Давайте я взорвусь. О, вот это было неплохо, неплохо. Короче, у нас поражение, к сожалению. Да. Ну, мы любим проигрывать. Итак, у нас какие... Да, мы даже в топ-3 не попали, класс. И у нас, у меня второе место по команде, а Август на третьем. У меня 774 очка за бой, у тебя 522. Ладно, да. Погнали в следующий бой. Ну, у нас погнали. Космопорт, да, и мы поехали. Да. После этого боя, я думаю, мы крафтицы поменяем наши. Да, попробуем на колесных. Они, конечно, менее подвижные, даже, наверное, более еще дорогие, но тем не менее. Тоже такой вариант показать нужно. Потому что некоторые игроки не любят гусеничное ходовое. Ну, кстати, достаточно много кто не любит. Особенно какие-то бронированные гусли вообще народ не любит.
Да, потому что если их отбить, то ты, по сути, становишься бездвижен. Ну да. Хотя, если правильно использовать, можно поставить там 4 большие бронированные гусли, и у тебя крафт все равно останется достаточно небольшим. Самое главное в этом плане использовать кабину Omnibox, она тогда ускоряет эти гусли и позволяет им двигаться со скоростью 70 км в час. Давай, наверное, на базе поставим. Да-да-да, давай, я вот как раз хотел сказать, раз никто не... сейчас стопудово, вот никого нет-нет-нет, через какое-то время сразу толпа приедет. Лучше вот тут под контейнерами стоять, вот там ребята вот, выезжают. Там, вон, едут справа. Ох, нифига там Союзу досталось, да и мне тоже тут нормально так постреляли. Сразу 17% прочки, ай, в упор, вы чё? Тут зараза, смотрите, толпой забрали нас. Такие, конечно, достаточно хлипкие крафты-то у нас получились. Ну, в целом, я говорил о том, что бронировать крафты можно каким угодно образом. Зависит от того, какие конструкционные детали есть у игрока. Я просто хотел показать то, что можно собрать, набить в таких деталях. Крафт на 7 человек, это самое основное. Так, давай, Август, с одного уравнителя всю команду уделаешь? Конечно. Давай, давай, тащи. Понятно, все. Поймали тебя. Так, ну и что мы тут настреляли? Тупо толпой забрали нас, как обычно, как я, в принципе, и сказал. Итак, мы опять в топ-3 не попали, классика жанра, и у меня последнее место по команде. Вот это я, конечно, эффективно. Первое с конца, у тебя даже в процентах награда написано первый 1%. В общем-то, топовый бой получился. Давайте теперь возьмем следующий крафтец и поедем в бой. Итак, мы уже на следующем крафте. Здесь у нас стоят шилки, причем у меня стоят шилки, у Августа тоже. Ну-ка, поехали. Давай держаться с основной нашей команды. Мы всегда это стараемся делать, но у нас не особо получается. О, принимаем справа сразу. Давайте. Так. Какого откуда? Я правого атакую. А, мне уже отстрелили. Ого, мне прям очень круги. Мне уже 1%. Фига себе, там вообще толпа, я смотрю. Ладно, я не поеду туда. Давайте. А что-то Союзы в этом бою вообще все разъехались. По сути, надо сейчас, наверное... Они типа их на их базу. Так, сейчас... Нет? Нет, они что-то стоят там, тусуются, непонятно. Короче, какая-то фигня. Союзы как-то поехали странно. Ох! Нифига тут уже. Ой, тут я неудачно приехал, конечно. Да. Вот сейчас давайте фигачим. Нормально, 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 нормально. Союз в качестве приманки пока выступает у нас. Давайте я его сейчас попробую. Бывает, что у тебя буры есть, можешь. Вот, все, идеально. Еще и гусля отвалилась. Я его сейчас еще и пилю. Давай, давай, есть. Так. Такой достаточно бюджетный вариант получился, считать, для фарма легендарных ресов, что первый, что второй крафт. Да, то есть на это и был сделан акцент. Здесь, конечно, колеса у нас новые стоят, формула У, но можно какие-нибудь другие, допустим, поставить. Так, ну и, в принципе, оружие тоже какое-нибудь другое, эпическое, чтобы четко под 7400 получилось. Есть. Да, в этом бою, кажется, прикиньте, я даже не сливаюсь. В этот раз у нас лавр стащ. Многие ребята просили сделать видеоролик именно с пушками, каким образом можно их примастить для того, чтобы на 7400. Концепция остается та же самая. Вы используете две пушки, там, по 5 энергии, если вам надо, и ставите одно эпическое копье. Таким образом вы делаете затыкку на одну энергию. Либо же вы можете использовать тесак, но в таком случае вам надо будет использовать более высокоумные функционные детали. Меня все-таки уделали. Главное, что победа. Да, мы по базе выиграли, кстати. У нас Союз один захватывал. Красавчик, у нас победа. МВПшечку дадут, интересно? Нет. Я даже в топ-3 не попал. Да как так-то? И у нас второе место по команде у Августа. Предпоследнее. Вообще-то мы сейчас поменялись вот так вот местами немножечко. Ладно, погнали дальше. Теперь нам попалась карта Каньон Основателей. Так, Август, ты у нас здесь, давай налево. Да, давай справа проедем. Где мы, ребята? Так, блядь, Союзы что-то там налево поехали. Кто-то с нами, кто-то без нас. Ладно, короче, какая-то часть с нами поехала. Давайте вот этого чувака фигачим. Главное сильно не подставлять. Да, там ракеты стоят. О, смотрите, кто приехал, какой красивый, на панацейках. Давай, да. Давай, давай. Есть, уделали его быстро. У него особо прочек-то и не было. О,
Еще я такой приехал. Есть. Они плохо делают то, что по одному едут. Да. И надо толпой забирать. Блин, меня пилят! Нет! Ой, отъезжай, я не могу прострелить. Да, но... Так, я... Это все равно, видимо, победа. Да, тут их двое. Они неправильно сделали. Они изначально по одному поехали и тупо из-за этого слились. А так они могли нас загасить, потому что нас было меньше там. Так. Ох, нифига. Есть. Но у них шансы все равно еще есть. Уже нет. Ну да, против всей команды один человек остался. Много шансов, вот прям пипец. Да почему бы нет? Если, знаешь, вдруг кого-то здесь на ткечке мощи занесло кого-то на вундербаре. У нас была ситуация на клановых битвах, где чувак, тогда клановые битвы проходили 4 на 4. И он своим взрывом забрал троих противников. Прикинь, ну бой просто за пару секунд закончился. Понятно. Ладно, погнали в следующий бой. Вновь у нас карта каньон основателей. Да, каньон основатель опять попалась. Ну ладно. Так, ты где? А, вот всё. Концепт с этими крафтами, то, что они могут быть абсолютно любой конфигурации. Это просто демонстрация того, что чисто на эпических деталей можно сделать крафт на 7400. Единственный минус, вам придется использовать большое количество ходовой. Ну и такой достаточно хлипкий крафт получается, если только именно под 7400 делать, можно себе, я думаю, навешать еще брони дополнительно, потому что я вот сейчас катаюсь, и ну мне вот прям не хватает, если честно, прочки, я бы еще что-нибудь навешал. Дело в том, что опять-таки он сделан на максимально доступных конструкционных деталях, и забронировать его действительно можно лучше. У вас грузоподъемность будет очень много, так как у вас движителей много. Так, меня тут почти завалили уже. Можешь на помощь прийти? У меня 12% прочки. Я не знаю где это, но у меня еще... Я против двоих. Так, понятно. У тебя там тоже дела не особо идут. Мне тут союз чуть-чуть помогает. Есть, я одного разобрал. Теперь остался второй. Давай, союз. Есть, мы... даже я выжил. И мы выиграли, походу. Смотрите-ка. Да, да, снова в спою. Да, у нас победа, вообще тоже неплохой такой бой получился. И у нас я МВП наконец-таки получил на 1445 очков и 190 электроники я получил. Ну, в общем-то, вот такие вот крафтицы. Давайте теперь перейдем к рейду. Итак, мы уже в рейде. Давайте посмотрим, как этот крафт себя в рейде поведет. Ну, давайте, пацаны, выезжайте, господа боты. Фига там хайрасты вылетают. Использовать не лучшим образом, потому что тут много ховеров, где даже микросхемы. Так, хайрастов, в принципе, шилок неплохо расстреливать. Но можно и помощнее какую-то пушку взять, если у вас имеется. Да, абсолютно. Лучшая сборка, как по мне, на вот эти крафты, это самое доступное. Использовать два спектра и один уравнитель. Это максимально похожее оружие друг на друга, которое позволит реализовывать достаточно неплохой урон. Вот, кстати, также у меня бур стоит как раз, вот ты сказал про хайрастов, вот я зря, наверное, бур поставил, просто потому что бур здесь у меня не особо используется, вот единственное, только на колесные крафты. Давай. Вот сейчас его нормально, сейчас попилить попробую. Да, не получилось. Ладно, давайте вот этих чисто добить осталось. Хорошо. Сейчас еще приедут? А, нет, уже ехать надо. Не, они приедут. Это последняя волна, дальше уже нужно выдвигаться. Вообще у нас по ВЕшку можно проходить за 2,5 минуты, но для этого там нужно топовое оружие, в основном молотки. Молотки? Ну, молотки не у всех есть. Да, это легендарка, но тем не менее, это то оружие, к которому я должен стремиться каждый, потому что оно все еще актуально на КВ. Очень часто его там используют вместе с Горынычем. Но Горынычи это... оружие из Battle Pass, поэтому оно может быть не у всех. Хотя выдавался человек бесплатно, даже без покупки. Ну или он в донат наборе еще был, я насколько помню. В донатном наборе может быть сам Горыныч, но не чертеж. Да, там было два Горыныча, комбайн, насколько я помню. А, нет, не было комбайна, но чертежа, да, не было. У нас когда был, продавался, только начал продаваться второй Battle Pass, там был, продавался в комплекте чертеж на комбайн. И я тогда так смеялся, мол, кому он вообще нужен? Ведь чертеж на комбайн, он выдается в Дороге Славы. Но потом разработчики заменили и там поставили чертеж Джоуля. И потом уже
над тобой начали смеяться, да? Ну да, вот мне, кстати, потом прилетело пару сообщений, что я, мол, вру. И была тоже такая ситуация, когда я смонтировал видеоролик, потом смотрю, в донатном наборе почему-то, каким-то образом продается чертеж. То есть не просто вот предмет хамелеон, синий хамелеон, а было прям написано чертеж. Я добавил это в видеоролик. А потом, оказывается, это был или баг, или что, я не знаю, это убрали. И потом столько мне комментариев начали писать, мол, типа, я кликбейт делаю, нету такого. Думаю, отлично. Ну, значит, понятно. Мы тут отошли немножко от темы нашего ролика. Так, ну поехали. Нам еще чуть-чуть осталось. Ага, Басяндер там у нас стоит. Ну, давайте его сейчас завалим. Так, 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 есть, врываемся здесь, всех валим. Самое главное, вот что, несмотря на то, что ты ставишь много ходовой, тебя в любом случае все равно остается достаточно много места для того, чтобы добавить конструкционные детали. Вот, к примеру, почему я хотел именно два этих крафта показать. Во-первых, колесный, он сделан на 40 деталях. То есть это еще может не каждый игрок кроссаута собрать. А крафт на гусеницах у меня сделан на 32. Это означает, что если у человека лимит не повышен на конструкционные детали для крафта, у него стоит 2, он может использовать гусеничный ходовой. Ну, кстати, да, он гусеничный крафт достаточно просто собрать, нежели колесный. Тут сколько еще на колеса надо потратить? Да. Голды. Так, у нас победа. В общем-то, неплохо скатались. И у меня второе место у Августа МВПшечка. В общем-то, вот. Ну, вот такие вот крафты у нас сегодня были. Пишите в комментарии, как они вам. Ну, Август, что ты скажешь напоследок? Да, я хочу сказать, что спасибо всем, что досмотрели этот видеоролик. С вами был Август. И Crossout Lovers. Всем пока! Keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time. Soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go.